были разрушены все мечети в городе. Мужчин хотел много женщин. Сокровища до сих пор хранятся на дне. Здесь признано явление Богоматери. Площадь Кремля огромная, 13 гектар. Есть башня Казанская, а есть Казанская. А теперь лайфхак для всех туристов. Два ночи на часах, мы не спим. Традиционно казанские пацаны встречают на дерзких тачках. Сегодня в Казани открытие магазина спортивного питания BodyPit, на который я приглашен. Прочитаю семинар, пообщаюсь, пофотографируемся. Пошли посмотрим, как там установка. Есть такое понятие в диетологии, называется эффект йо-йо. Что это такое? Йо-йо, помните игру? Человек садится на диету, на неправильную диету, да, потому что он с нее так или иначе сорвется. Человек срывается, и он срывается не потому, что это психологический, да, момент, а в основном физиологический, потому что когда организму чего-то не хватает, и он находится в дефиците, он обязательно сорвется. Поэтому калорийность – это фундамент любой диеты. Итак, какие рекомендации? Рекомендации следующие, то есть сдвинуть пропорцию в сторону ненасыщенных жиров. То есть хотя бы 50 на 50 или 60 на 40 в пользу ненасыщенных жиров, тогда ситуация очень ощутима, особенно в диете. Вы почувствуете изменения, да? 10 вечера по Казани. Сегодня день был весь насыщенный впечатлениями, но это не повод отдыхать. Тренироваться тоже надо и в поездках надо, поэтому сейчас мы добрались до клуба «Максимус». Говорят, что это один из таких самых трушных клубов в Казани. И действительно, дышится хорошо, тренажеров много, качнем немножко грудь, отработаем эти пучмаки. Стіни ще стілювали сотні разів. Старий керамзит, переміжку з бетоном, із гулом, із тоном. Тут спогадів тонна, та все одно вдома. Чуєш, я вдома, постріл промах. Знову кличе ціль, значить я готова. Що там далі, та ще залік. Між порожніх вулич в повнім залі. Що я залишаю за собою, тільки хто б це знав. Там я падала до... Два ночі на часах, ми не спім. Ми бодрствуємо, потому що к нам прилітає Катерина Сергеївна. Говорит, добро пожаловать в Казань, а я продолжу. Давай. Ага. Ну что, дорогие друзья, добро пожаловать в Казань. Ты же моя зайка, я шучу, спать поехали, я завтра здороваться будем. А я думаю, так походу делать. Ну что, наконец-то официально мы вас приветствуем в прекрасном городе Казань. Казань. Столица Татарстана, который насчитывает уже более 1000 лет. Официально день рождения считается 1005 год, но споры ведутся до сих пор, потому что 1005 год – это тот год, когда есть доказательства, есть летописи о том, что Казань уже существовала. Но также есть и косвенные доказательства того, что на месте Казани и раньше что-то было. И в 900... Как минимум велась торговля и найдены монеты различных народов. Об этом можно бесконечно говорить, но факт в том, что Казань – это древнейший, старейший город России. Свое повествование о Казани мы начинаем именно здесь, со старо-татарской слободы, потому что, как сами говорят татары, здесь находится их душа. Ну а душа почему? Потому что, конечно, здесь находится самая старая, самая намоленная мечеть, которая была основана в 1767 году. После того, как примерно 30 лет назад были разрушены все мечети в городе по указу Елизаветы. И когда Екатерина приехала в 1767 году в Казань, она сказала великую фразу для всех мусульман. Она сказала: «Я властна на земле, но я не властна в небе». Это было таким жестом доброй воли о том, что мусульмане могут строить свои мечети. И вот эта мечеть, она является самой первой. Забежали мы в магазин перед мечетью, потому что у нас дресс-код не соответствует. Сейчас Катерине Сергеевне возьмем... Что это? Платок. Платок. Выбирай яркий и нарядный. У мусульман, в отличие от православных, например, на стенах висят не иконы, а висят шамаи. Это изречение из Корана. И чиги, друзья, это...
одна из достопримечательностей татар. Это ручная работа, это мозаика из кожи натуральной. И сами татары очень гордятся вот этим вот изделием и говорят, что может сгнить вообще все, подошва, каблук. Но вот эта мозаика из кожи, она, швы, она вечная. Эти швы, они вечные. Увидела красоты столько, оказалось, что это свадебные платья, мусульманские свадебные платья. В общем, у меня глаза разбежались. Вот, хожу тут глазею. Свадебная церемония у мусульман называется никах. Они читают молитву свадебную, и с этого момента они считаются семьей, мужем и женой. Во время никаха обязательно жена говорит то, что она хочет, какой подарок. И подарок такой называется махр. Испокон веков была такая традиция для того, чтобы если муж вдруг там ушел на войну, либо еще что-то случилось, то подарок это такое обеспечение безопасности. О том, что все говорят, вот мусульманские женщины такие несчастные, ничего не несчастные. Все остаются при своем, просили, получали. И, кстати говоря, даже многоженство это не следствие того, что мужчина хотел много женщин вокруг себя, а следствие того, что женщин было больше, и они должны были быть под защитой, за мужчиной. Можешь тянуть? Тяни. Не можешь? За нашими спинами озеро Кабан, которое когда-то поделило татар и православных христиан, да? Да, то есть татары начали жить по ту сторону озера Кабан. Озеро на самом деле магическое, оно в глубину достигает 32 метров. И поговаривают, что ханские богатства, сокровища до сих пор хранятся на дне под 10-метровым слоем ила. И никто их еще пока не достал. Но до сих пор пытаются. Катерина Сергеевна. Нырнем? Молодой Владимир Ульянов, он же Ленин, еще одна значимая глава в истории Казани, хотя по сути он здесь провел порядка 3 месяцев, зато учился очно в Казанском федеральном университете. Это время также является для самого Владимира Ильича очень важным в его жизни, а сам университет также представляет огромную значимость для России, так как он является вторым по возникновению после МГУ. Еще одна достопримечательность, которую мы не могли не посетить и которая славится буквально на весь мир, это Казанский Богородицкий монастырь. Славится он тем, что всеми конфессиями мира здесь признано явление Богоматери. Таких мест в мире всего 3. Это французский Лурд, португальская Фатима и Казанский монастырь. Как видите, храм сейчас на реставрации. Его готовят к юбилею. Сейчас сюда никого не пускают, но уже в этом году его дореставрируют и откроют двери для всех туристов. Мы находимся на площади 1 мая, она же бывшая Спасская. Рядом мэрия, рядом Национальный музей, но за нашими спинами находится Спасская башня. Вот такой вид обрел Кремль после завоевания Ивана Грозного в 16 веке. Это уже известняк, который вручную обрабатывали. Потом, впоследствии, когда появились кирпичи, начали достраивать уже верхние этажи кирпичами, поэтому он был такой разноцветный, поэтому его, собственно говоря, и белили. Площадь Кремля огромная, 13 гектар, обойти не так уж и просто, а протяженность стен 2 километра. Несмотря на то, что Казанский Кремль является памятником мировой архитектуры под защитой ЮНЕСКО, это также и действующая резиденция президента Республики Татарстан. Мечеть позади нас названа в честь имама Кул-Шарифа, который погиб при взятии Кремля Иваном Грозным, после чего все мечети на территории Кремля были стерты с лица земли. Надо отдать должное президенту республики Минтимиру Шаймиеву, который то ли благодаря своему природному обаянию, то ли своему влиянию сумел все-таки вписать в этот исторический объект защиты ЮНЕСКО
вот этот новодел, вот эту новостройку, которая сейчас является главной мечетью Татарстана, мечеть Кул-Шариф. Вот здесь, кстати, была старая мечеть. Сейчас здесь памятник в честь этой мечети. А рядышком находится храм, который был построен по указу как раз-таки Ивана Грозного, после того, как он завоевал эту территорию. Его построили, кстати, псковские мастера, те, которые строили храм Василия Блаженного на Красной площади. Есть башня Пизанская, а есть Казанская. Башня отклонена на 1,98 м, а критическая отметка, при которой башня падает, 2,14 м. Но спешу вас успокоить, что с фундаментом уже все в порядке. Там сделали так, чтобы она не упала. Но местные жители всегда шутят о том, что все равно она не упадет, потому что рядом резиденция резидента. Ну, не важно. Резиденция президента. И не посмеет башня туда упасть. Друзья, если вдруг кто-то из вас не знает, что это такое, это, внимание, Эчпочмак. Меня это название преследует уже 2 дня, пока я тут нахожусь в Казани. Оно просто овладело моим мозгом. Это чпокающее название был. Я даже не знаю, что... Какое... Звучит вкусно. Гениальнее этого слова просто нет. Эчпочмак, друзья. Что это такое? Это такой треугольничек из теста, внутри которого мясо и картофель. И сегодня мы сами приготовим его. Я даю тебе славу, что домой не водила никого. Пока тебя не даю славу, что домой не водила никого. Я даю тебе славу, что домой не водила никого. Пока тебя не даю. Сегодня мы с вами будем готовить в нашем ресторане татарское национальное блюдо эчпочмак. Эчпочмак переводится с татарского «три угла». Наши бабушки, прабабушки готовили эти треугольники, мы на них выросли. Моя бабушка, допустим, делала эчпочмаки из дрожжевого теста. Сейчас оно у нас не дрожжевое будет, а пресное. Мы будем готовить из пресного теста. Тесто довольно-таки податливое, да, вот вы видите, оно такое, как пластилиновое, очень удобное. Да, все, конечно, очень замечательно. А что я буду есть? Мы приготовим сегодня салат татарский национальный. Он называется так же, как и наш ресторан «Туан-Олом». Давайте начинать. Потому что думала, вдруг ты будешь ругаться. А мой парень непростой, он сидит тоже горшестой. У него пуля в пушке для твоей черепушки. А мой парень татарин, в любви авторитарин. У него пуля в пушке, ты у него на мушке. Я хотел тебе сказать, дорогая, у нас сегодня ужин, который мы приготовили с Саней. Очень нежная уточка и хорошая заправка. Что еще нужно? Вкусняшка? Готово. Очень маленький кусочек. Нет, ты вот прям кусай, чтобы было мяско. Ладно, хорошо. Картофель. Один-один. Никто тебя не упречет в том, что ты не припьет. Ну? Это безумно вкусно. Это безумно вкусно. Ой. До первого раза, конечно, впечатления непередаваемые. Город очень развитый, модернизированный и ни на что не похожий. И здесь действительно по энергетике чувствуется, что народ действительно получает удовольствие от жизни здесь. Да, это связано, прежде всего, я думаю, с тем, что Казань – это столица Татарстана, не только провинциальный город России, да, и поэтому здесь есть и вертикаль власти, но есть и крепкая рука хозяйственника, который всем этим делом руководит, поэтому здесь правда чувствуется, что здесь делается как-то больше для людей, нежели для отчетов. В сознательной жизни я был в Казани 2 раза. Один раз в 2012 году, когда я выступал здесь на чемпионате России, и тогда я занял 2-е место. В категории было там порядка 2 десятков людей, я занял 2-е место, и ты не представляешь, как я плакал. И тогда Владимир Иванович Дубинин, на тот момент президент федерации,
решил вручить мне кубок прогресса. И вот я заплаканный со сцены, вытираю слезы, иду на эту сцену и получаю кубок прогресса. Вот такие были у меня впечатления о Казани 2012 года. Очень отличаются друг от друга, да, историческая вот эта сторона и современный город. Да, Казань многоликая. Город развивается, растет, здесь людям нравится жить. Теперь лайфхак для всех туристов. Казань – город не дешевый, цены в ресторанах здесь примерно такие же, как и в Москве. Спасская башня, которую вы уже знаете, самый центр Казани. А рядышком находится мэрия города Казани. И поговаривают, что именно в мэрии можно покушать очень много и очень дешево. Пошли проверим. Так, вот теперь жить веселее. Да, действительно, поели на... рублей 500. Если вы хотите первое, второе, третье и компот, то смело можете. Вам сюда. Угадывай, что это такое? Что за здание? Я понятия не имею. Дворец Аладдина или резиденция Филиппа Киркорова. Ну, практически, на самом деле, потому что это кукольный театр. Ты можешь себе представить, что это сказочный дом, сказочный город, я бы даже его назвала. Ради кукол, ради детей. Построили это здание совсем недавно, кстати говоря, это новое, а сам кукольный театр казанский, он уже существует много-много лет. Без наркоза режь мои десны, пока не поздно. Упрости мои трудности, пили на части. Доставай по кускам из пасти, кривые мои зубы мудрости. Решница... Кюреш, друзья, национальная татаро-башкирская борьба. Говорят, что именно этот вид борьбы самый сложный. Конечно же, будучи в Казани, я не мог не заехать, не проверить ребятишек и не попробовать это все на собственной шкуре. То есть вы берете друг друга за пояс. Ага. Потом сколько? Здесь есть какие-то нюансы? Или можно максимально отойти? Максимально. Ага. И как правило, вы так и делаете, да? Ага. Не ставить зацепы под ножки. Это нельзя. Так. Мы встаем в стойку, так. Идем захват, ага. Начинается уже свободное движение. И отсюда уже получается мы выполняем прием. Начинается борьба с развязанным поясом, происходит так 2 минуты, правильно? Затем еще 2 минуты с завязанным. Минуту на отдых и 2 минуты еще. Так. Ну что, ребятки, один период, 4 минуты я выдержал, но второй вряд ли я выдержу, потому что мой организм к этому виду спорта не приспособлен. В чем основная особенность именно этой борьбы? Особенность борьбы – это борьба на пояса. Угу. Тут как бы завязываем пояса, да, и кто, можно сказать, кто сильнее, кто быстрее, кто ловче, угу. Тот и бросает. Угу. Вы выезжаете куда-то, выступаете? Да, конечно. Вот недавно соревнования были на пояса Питреч. Это, получается, первенство Татарии. Ну, по республике все районы собираются, ага. И между собой борются на пояса. Ладненько, спасибо тебе огромное. Удачи. Катерина Сергеевна, пришло время прощаться с Казани. Одновременно грустно и, с другой стороны, очень хочется домой. Очень весело. По 10-бальной шкале впечатлений. По 10-бальной шкале. 8. Восьмерочка. Это очень твердо. Да, 8. Так, подожди, давай так. Почему не десяточка? Что для тебя десятка? Амстердам? Пожалуй, да. Ну, ребятушки, понимаете, да? Амстердам и Казань, 8 и 10, это, мне кажется, весьма-весьма. Это очень достойно. Вы знаете, ребятки, мы подумали после первого выпуска о том, что мы слишком восхищаемся и хвалим только. И надо бы внести какую-то критику. Пристать вот можно везде, тем более в России. Ну вот реально. Но так как нам есть с чем сравнивать, то я вам скажу, Казань это в России топчик. Это прям вот очень хорошо. Угу. Если вы из Казани и вы считаете, что... Мы что-то недосмотрели. Недосмотрели. Да, ставьте лайк. Лайк, пишите, что именно мы недосмотрели. Да. А также всем остальным, куда нам полететь в следующий раз. Это скажу сразу, главное. У нас в планах уже есть несколько городов. Но мы хотим услышать у вас. Это не обязательно может быть Россия, это может быть другая страна, поэтому пишите все. Угу. Полетели? Полетели. Пока-пока.